Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Смотрите, как классно на улице, кажется, как будто лето. А на самом деле середина марта сегодня, и вчера у нас был первый снег весной. Это было что-то. Был снегопад очень сильный. Смотрите. А сейчас у нас где-то 7 утра, начало, нет, где-то 6:30, наверное, утра. Сейчас я буду собираться, мне сейчас идти надо. А, не знаю, ты не назовешь процедуры, скорее всего, это сдача анализов, что ли, какая-то. Не знаю, даже что-то такое, что меня вообще там ждет. Какая-то там жидкостная цитология, даже не знаю, что это. Вот, мне сейчас надо будет ехать. Думаю, прям смотреть... Как свадьба. Много людей, так ходят все. Все, смотрите, бегут такие. Бегут. Класс. Давай, сейчас все бегут на остановку. Но мне выходить чуть-чуть попозже. Я не думаю, что будет пробки и транспорт забитый. Вот, но когда туда приеду, я вам покажу немножко, где я была. Вот. Ну, окрестности. И потом я планирую, не знаю, как я буду себя чувствовать, потому что, ну, это по гинекологии, то, что я лежала в больнице, все из-за этого, вот, ну, какие-то анализы, да, скорее всего. Вот, потому что я была на неделе, пару дней назад на УЗИ, вот, сказали, все хорошо. Следующего попадания в больницу меня ждать не скоро, слава богу, а то у меня периодически какие-то там боли возникают, и, честно говоря, немного страшно, вот. Ой, сколько там народу. Все в школу бегут, в школу. Офигеть, середина марта, и главное, вчера был снегопад. Но я, короче, не засняла, вообще настроение было поганое. Но уже хочется весны, а там вот, даже тут вы можете посмотреть, вот она, елочка, и она в снегу. Ну, как бы, да, красиво, но уже с появлением весны хочется уже зелени. Там цветочков этих, как их там, не ромашки, а эти, одуванчики. Вот в то место, куда мы сегодня поедем, мы с Женей где-то во время беременности, я сейчас не помню, или до беременности, во время беременности гуляли весной. И там был там какой-то институт медицинский, по-моему. Вот, и у них есть перед университетом полянка. Там березки, по-моему, среди них травка. И там, помню, были эти одуванчики, целое море. Мне это место так запомнилось. Сегодня я пойду, а там зима, снег. И опять снег выпал. У нас был тут асфальт, смотрите. Тут асфальт был. А вчера опять снег выпал. И опять гололед, наверное. Не знаю вообще, как я пойду. У меня очень скользкие. Очень скользкая обувь. Я надеялась, то, что будет асфальт, будет все круто. Но нет, посмотрим. Вот так у нас. Небо голубое. Время уже... Начало 6-го, я открываю глаза, там голубое небо. Я думала, там лето. Да фиг. Эта зима никогда не уйдет. Уже так хочется, чтобы скорее весна наступила. Так, ну вот я приехала, время 9:30, нет, 10:30, нет, целый час есть. Сейчас я пойду, наверное, займу очередь. Вот так у нас выглядит середина марта. И вот он, кстати, этот вот березки. Так, снег здесь. А были когда-то одуванчики. Сейчас лучше обойду. Были одуванчики. Было красиво.
солнышко. Классно. Обычно я всегда приезжаю раньше. Не люблю опаздывать. Раньше выйдешь, раньше приедешь. Это университет такой завальный. Медицинский. Вон там, там какие горы. Кошмар, это все еще таять будет. Кошмар. Сколько это будет все таять еще. Я думала, в городе уже немножко получше стало. Но тут, смотрите, с этой стороны какие горы. Это вообще... Интересно, какая норма в этом году снега выпала? Напишите, кто знает, в комментариях. Тут-то понятно, в принципе, чистили. Но здесь тоже немножко сошел наверняка снег. Мне кажется, 2 метра, наверное, точно выпало снега. Ну вот, это поликлиника. Сейчас я покажу вам. Вот выход. Немножечко вход-выход ошарашенный. Ну, здесь просто за домом. Тут вот 5-этажка, 9-этажка, собаки. Ух. Просто какие-то там непонятные ворота. А внутри там очень узкие проходики. Ну, не такие прям, ну, нормальные. Ну, просто по всей длине, в принципе, вот этого вот дома. Не знаю, почему у нас государственные строят нормальные поликлиники. Здесь тут есть дорога. Тут какие-то гаражи, какое-то заколустье. Первый раз, знаете, во время беременности, когда шла сюда, я думала, сейчас меня там прибьют в гаражах, правда. Вот. Можно пройти, конечно, по дороге, но тут есть вот тропиночка. Ай, какое солнышко. Вот тут, пожалуйста, захолустье, какой-то гараж. В жизни не подумаешь, что можно этой дорогой пройти к поликлинике. Ну, взяли, короче, там просто был мазок. Вот так это все выглядит. Ну, сейчас я пойду, наверное, фикс прайс. Хотя, честно говоря, после этого мазка у меня все там болит. Но врач армянинка. Ну, женщина-армянка. Вот. Довольно симпатичная, добрая такая, объяснила, но все равно болезненность есть. Короче, больно. Не настолько, но неприятно. Как бы сначала брала, она не особо было больно, а вот сейчас я вышла, стало побольнее. Электротовары какие-то. Да, сейчас я где-то пойду, наверное. Возвращаюсь обратно. Видела такое здание с огромными балконами. Даже интересно, что это такое. А медицинское? А нет, что-то другое. Напротив 21-го дома. Надо будет посмотреть по интернету. Ну, а это, наверное, общежитие может быть.
интересно смотрится. Покрашенные такие, как в советские времена. Тут все завешено. Еще куча людей. А, тут такой же дом, кстати. А, они друг напротив друга. Иду, вот, до Мариенсторез дошла, 33, и вижу такой дом, симпатичный, с голубыми, голубой плиточкой, обделанный, опять дорога, шумно, по-моему, не так четко видно. Не буду торопиться. Такой солнечный, дома тут прям такие, этажечки уже отделанные. Тоже такое солнышко. Там, кстати, тоже вон интересный дом. Сбоку, кстати, классно смотрится. Кажется, как бы тут большой, маленький, еще меньше. Прикольно. Надо было фотоаппарат взять с собой. Интересные улицы, Мяги. Иду тут, короче, себе такая. Вижу магазин Пеликан. Короче, в Пеликане должна находиться моя любимая коробка конфет, которую я ищу дома. Кстати, я выведу на экране вам. Может быть, кто из Самары меня смотрит, подскажет. Сказали, что в Пеликане видели на новом вокзале. Но это очень далеко от меня. Не знаю, может быть, когда-нибудь я туда съездила. Сейчас случайно его нашла. Кстати, сиф надо было посмотреть. Максиф хочу купить. В общем, мне нравится. Карахун он там мыть. Перекрестки на него акция тоже. Народу здесь много. Ветер. Всяких полно салонов. Тут, кстати, мы уже подходим к одному зданию. Я там, ну, довольно, кстати, красивое. Там и тоже типа поликлиники. Сейчас посмотрим, как она называется. Там я ездила туда во время беременности на проверку сердца. Когда я туда ехала, я не знала моего или ребенка. Сидела там в очереди. Интернет-магазин. Стоматология. Вот, просидела там в очереди, короче. Зашла, там женщина была непонятная. Говорит, заходите, ложитесь. Я постелила, ложусь. Она такая, разденьтесь. Я говорю, кофту снять? Да нет, живот оголите. Сердце будем проверять. Я оголяю, ложусь снова. Ну, блин, еще во время беременности ложиться очень тяжело. Вставать тяжело очень. На большом сроке. У меня уже был большой. Был большой живот. Сейчас я тут упаду. Опа. Скользко. Скользко. Вот, опять, значит, она. Да нет же, говорит, не живот. Кофту снимайте. Yeah.
А я уже только легла, уже второй раз. Опять встаю. Да что же, говорю, вы раньше-то не сказали, что у меня будете сердце проверять. Да нет, у ребенка. Ну, раздевайтесь все равно. Проверяла у меня. Короче, такая путаница. Ой-ой, там лесенка. Веселится с камеры сейчас. Вот, кстати, уже подходим. Такое построение интересное. Его как раз рисовать хорошо очень. Елочки тут. Вот оно какое. Красивое. Улица Мяги, 7А. Диагностический центр. Наверное, это. Не поликлиника. Тут здание построено. А вход сюда? Да, здесь. Центр вот сюда. Да-да-да, там. Диагностический. Да, диагностический центр. Смотрите, как красиво. Но единственное, конечно, близко довольно тут. Больно тут таки не отойдешь. Далеко. И с этой стороны. Так. Там, наверное, вход. Выход, вернее. Наверное, пройду. Там крыша какая интересная. Красиво так. Первый раз я его нашла летом. Пошла гулять, помню. Одна. Женька, что-то поссорились, не хотела. О, камера не умещается. Ай, там опять лестница. Сейчас я попробую подальше отойти немножко. И вам заснять. А, поищу, наверное, еще в интернете его. Чтобы как-то фотография была. И в конце ролика поставлю. Блин, отошла слишком далеко. Ну, все равно сбоку, короче, не видно. Тут смотрите, какие сугробики. Офигеть, а тут лестница. Пошла, короче, по лестнице, ребят. Сошла я с улицы Мяги. Очень интересное такое название. Улица Мяга. Мяги. Иду и думаю, господи, здесь чего? Или кого? Да вот моя фамилия была, у нас по фамилиям называют улицы. Надо будет поискать, посмотреть. Вот отсюда я смогу уехать к дому прям к своему. Что мне попроще. Дорога тут есть, я боюсь, что тут нет дороги. Тут, кстати, рядышком городское кладбище. Но оно уже как не действующее считается. Там вроде бы как не хоронят, но при этом есть места. Видимо, очень дорого. За дорого вообще продают. Светофор здесь. А, потом.